музыка Баха, всеобъемлющая и многогранная. Соприкосновение с ней для многих слушателей похоже на космический полет сквозь мириады сияющих звезд и неизвестных галактик. Не зря говорят о том, что произведение этого автора своего рода вселенная. На пике его вдохновения космос разговаривает с людьми. И в то же время музыка Баха очень земная. Она о каждом, но одновременно обо всех. И человечество благодарно приобщается к его творчеству, как к роднику, восполняя силы для жизни, для веры, для любви. Органные шедевры Иоганна Себастьяна Баха для вас исполнит Денис Махайков. Звучит хоральная прелюдия. Из глубины взываю к тебе, Господи.